Друзья, всем привет! Сегодня у нас на очереди обзор проекта, который называется UBEX. Поговорим сегодня о том, что это за проект, какие проблемы он решает, какие возможности он дает для рекламодателей и обзор основных его целей. Итак, начнем. UBEX – это платформа, целью которой является разработка рекламного децентрализованного сервиса, который позволит пользователям создавать рекламные кампании с использованием нейронных сетевых систем. Это обеспечит оптимизацию процесса размещения объявлений и рекламного контента на основе информации, собранной и совместно используемой с пользователями. UBEX – это проект глобальной децентрализованной рекламной платформы, который нацелен на решение текущих проблем в сфере цифрового маркетинга. Какие проблемы и перспективы рынка цифровой рекламы? В течение последних 4 лет в этом направлении отмечается активный рост. По итогам 2016 года объем рынка превысил размер сегмента телевизионной рекламы, и это стало историческим событием. Одним из наиболее перспективных секторов цифровой рекламы является программная реклама, которая показывает среднегодовые темпы роста более 23% по сравнению с ростом непрограммных сегментов на уровне 4%. Согласно прогнозам Magna Global, к 2020 году размер рекламного ПО достигнет 42 миллиардов. UBEX предлагает решить проблемы традиционных сервисов, объединив единое целое преимущество программных технологий, нейронных сетей и смарт-контрактов. Благодаря этому подходу разработчики намерены обеспечить переход от традиционной схемы оплаты за клик к оплате за целевые действия, что является самой справедливой и интересной моделью для всех участников. Проект UBEX – это глобальный децентрализованный сервис цифровой рекламы с высоким уровнем взаимного доверия и максимальной эффективностью. Обзор основных возможностей и целей UBEX. Авторы проекта отмечают, что их платформа предоставит широкие возможности не только издателям и рекламодателям, но также компаниям, которые нуждаются в регрессионном анализе пользовательских данных. Нейронное ядро системы, которое отвечает за принятие решений на всех этапах жизненного цикла рекламного материала, будет иметь API, доступ к которому может быть представлен компаниям-партнерам. Блочная схема принятия решений основывается на решении поведенческих факторов, которые позволяют оценить пользовательские данные и судить о предполагаемых интересах пользователя. Эту регрессионную оценку можно использовать не только для показа рекламных материалов, но и для других целей. API предоставит возможность получить список ожидаемых категорий с оценкой каждой из них на основе запросов пользовательских данных. Обучение системного ядра для получения релевантных и точных прогнозов – это трудоемкий процесс. В связи с этим разработчики платформы решили обеспечить возможность добавления статистических данных к действиям пользователей сайта, которые могут быть использованы в качестве образца обучения ядра системы. Владельцы сайтов, предоставляющие данные, смогут получать вознаграждение пропорционально своему вкладу. Эти действия похожи на процесс майнинга, когда пользователь получает компенсацию в токенах за трудоемкую работу по поддержанию работоспособности сети и подтверждению транзакции. Какие же возможности для рекламодателя? Рекламодатели смогут настраивать и запускать рекламную кампанию в несколько кликов. Задачи, требующие целевой команды цифровых маркетологов, будут легко и быстро решаться алгоритмами UBEX. Создать и запустить рекламную кампанию можно будет через личную учетную запись в 4 простых этапа. Это создание предложения с указанием коммерческих условий. Пользователь сможет установить стоимость рекламы или процент от продаж, а также выбрать отсроченный платеж для рекламодателей с высоким рейтингом. Кроме того, рекламодатель получит возможность выбора целевых действий, за которые он готов платить издателям. Выбор готового виджета или создание собственного. Виджеты могут быть персонализированы рекламодателем или предоставлены в готовой форме сервисов. В случае персонализации достаточно загрузить баннер или видео,
установить и настроить все необходимые формы с помощью удобного конструктора, доступного через учетную запись пользователя. Для более сложных настроек виджеты можно будет создавать через настраиваемый JavaScript. Настройки рекламной кампании. Выбор целевой аудитории, время показа, географии и других критериев. Запуск рекламной кампании и контроль результатов. С помощью персональной учетной записи в системе UBEX рекламодатель сможет в режиме реального времени контролировать все ключевые показатели, созданные им рекламной кампанией. Оплата производится только после завершения целенаправленных действий, указанных в предложении. Средства зачисляются из суммы, удерживаемой в системе условного депонирования UBEX или со счета рекламодателя в момент, указанный в смарт-контракте. Какие проблемы может решить UBEX? Авторы проекта считают, что пользователи, рекламодатели и издатели – это три участника глобальной рекламной экосистемы, которые сталкиваются с различными проблемами на сегодняшний день, используя традиционные рекламные сервисы. Проблемы пользователей – это нецелевая и раздражающая реклама, переплата за товары и услуги из-за нескольких посредников и высоких комиссий, большие риски из-за использования принудительных рекламных методов мошенниками. Какие проблемы присутствуют у рекламодателей? Это неопределенность достижения результатов, поскольку рекламодатели вынуждены платить за клики и показ рекламы без гарантии фактических продаж. Сложно выяснение всех доступных рекламных каналов, что приводит к более высоким накладным расходам и необходимости найма дополнительных сотрудников. Неэффективность в определенных рекламных каналах, которая становится очевидной только после расхода выделенных средств. Какие проблемы в этот момент создаются у издателей? Зачастую это безуспешные попытки рекламодателей для заполнения рекламных мест. Потом это низкая отдача и невозможность прогнозировать будущие платежи от рекламодателей. И третье – это задержки платежей и неплатежи от недобросовестных рекламодателей. UBEX считает, что он сможет решить все эти проблемы, используя децентрализованную рекламную платформу. Что касается токена. Цель создания внутренней криптовалюты – потребность платежной единицы на платформе. И это, безусловно, необходимость взаиморасчетов, в частности, оплаты счетов рекламодателей для показа рекламного контента. Базовые криптовалютные расчеты не позволяют кредитовать средства со сторонних счетов, даже в случае наличия разрешения от третьих лиц. Токен позволяет устанавливать квоты для конкретного адреса. Это возможно только при условии, что владелец счета установил размер квоты и только с адреса, на который выдается квота, иначе средства не могут быть зачислены. Платформа UBEX позволит владельцам веб-сайтов, которые предоставляют статистические данные для обучения ядра системы, получать токены UBEX в качестве вознаграждения за свои действия. До 5% дохода от всех транзакций в сети будет распределяться между поставщиками данных. Токен платформы позволит использовать смарт-контракты. Эта функция получила название UBEX Data Mining. Предусмотрена возможность ввода и вывода цифровой монеты с платформы с возможностью ее продажи, покупки и обмена на криптовалютных биржах. Обменные курсы будут определяться спросом и предложением на самом рынке. Подводя итоги, что можно сказать по данному проекту? Данный проект интересен тем, что предлагает решение многих проблем, которые в настоящее время затрагивают традиционные рекламные сервисы. И тем не менее, стоит отметить, что экономическую модель нельзя назвать достаточно продуманной для стимулирования людей к использованию платформы. UBEX также придется конкурировать с другими децентрализованными рекламными биржами, такими как ADX и Basic Attention Token. Чтобы потеснить соперников на рынке, команда UBEX, платформа которой пока еще далека от официальной версии, необходимо предложить исключительный продукт. Им предстоит создать сервис, который сможет достичь того, чего не смогут сделать их конкуренты, если они хотят получить долю на рынке цифровой рекламы. В принципе, на этом у меня все. Это весь материал, который я подготовил и который я хотел до вас донести. Надеюсь, что данный обзор был для вас полезный. А мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем пока!